Друзья, всем привет! Сегодня у нас отгрузка этой махины. Это зерноуборочный комбайн производства Ростельмаш Нова 340. Друзья, сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич. Он приехал к нам с Оренбургской области за этим комбайном. Спасибо, что выбрали нас. Расскажите, пожалуйста, где вы вообще нашли нас? Может быть, кто-нибудь рассказал, сами увидели? Ну, я нашел на Авито, смотрел. Вот, нашел комбайн этот. Позвонил Николаю Николаевичу. Он мне скинул видео. Видео скинул, как в телефоне скинул, ну, без обмана, без ничего, как говорится. Как, ну, мессенджер. Да, как было на самом деле. Мы приехали, так и убедились, так все и, ну, своими глазами все увидели. Что в телефоне скинуто было, фотографии, то же самое и комбайн. Я доволен этим комбайном. А расскажите, как вообще все происходило? Оперативно, быстро? Ну, документы, да, все оперативно сделали. Все. Я не думал, конечно, думал, вообще мы через месяц только сможем его приобрести. Ну, приобрели, ну сколько, ну, недели две, может, ушло на все. Даже, может, даже этого нет. Все, ну, да, все сделали, документы, все. Сейчас вот ждем, как говорится, погрузку, отгрузку, подписание, все, и поедем домой. Вот сегодня цех ваш смотрели по восстановлению тракторов. Тоже понравилось. Может, в дальнейшем будущем К700 у вас приобретем. Побаивались, конечно, все. Далеко все это все. Но это все реально и все без обмана, главное. Все нормально.